Привет, меня зовут Илья Бортнюк, я генеральный продюсер фестиваля «Стереолето» и, собственно, один из экспертов, который будет отбирать в том числе группы для нашей сцены New Talent Stage. Какое у меня есть пожелание? Я бы хотел, чтобы работы, которые нам присылались, были в первую очередь интересны с художественной точки зрения. То есть, конечно, качество исполнения очень важно, но еще важнее самобытность, уникальность и какая-то новизна. Но вообще для того, чтобы лучше было ориентироваться, какие артисты выступают на «Стереолете», зайдите, пожалуйста, на сайт bestfest.ru, и я думаю, что после этого вам будет более-менее понятно, стоит ли вам принимать участие в этом конкурсе или нет. Всем желаю удачи. Увидимся на «Стереолете». Пока.